Всем привет, меня зовут Миша, 11 или же Fire. И смотрите, что у нас сегодня за интересная картина. В конце лежит моя кошка. Кто не знает, это реально моя кошка, ее зовут Милка. И вот здесь разбросаны листочки. Что это могло бы быть значит? Ну, значит, это то, что мы сегодня будем... Мила сегодня будет жить по нашим листочкам. Ну давай, Мила, какой первый открываешь? Мила! Мила! Что ты говоришь? Она хочет открыть вот этот вот листочек. Вот, вот он. Открываем, а там научить математике. Я не представляю, а как, погоди. Вот реально тут научить математике. Не знаю как. Типа, Мила, сколько будет 1 + 1? 2, Мила. А сколько будет 2 + 2? 4. Мила, давай я тебе дам 10 секунд для правильного ответа. И мы переходим к следующему. Потому что, ну, как кошки можно научить математике, вы вообще понимаете? Что за бредятина вообще здесь написано? Ладно, Мила, давай очень легкий. 0 + 1. Повернулась. Сейчас. Как ты говоришь? Она 1 сказала. Молодец, Мила. Ну, и этот листочек у нас становится выполнен. Милка, ты куда? Мила, ну не уходи от нас. Еще поснимайся в ролике. Сейчас мы... Лежи здесь, Мила. Все, лежи, лежи, лежи. Хватит кусаться. Чуть-чуть вкусня такая-то. Давайте перейдем к следующему листочку. И это будет... 3, 2, 1. Посмотреть телек. Смешные котики. Ладно, Мила, пошли смотреть смешные котики. Сейчас пойдем. В общем, мы нашли смешных котиков. Вот Коша. Коша, ты куда переходишь? Коша! Все, сиди. Мы нашли смешные котики. Мила, ты куда опять ушла? Вот они. Ну и давайте смотреть. Мила, ты что там в угол комнаты прижалась? Все, смотри, Мила. По-моему, Миле не нравится. Милочка. Не нравится. Ну и дальше. Мила сказала мне, что выбирает вот эту крайнюю. Не знаю, видите ли вы, но тут написано «помыться». Ё-моё! Я уже иду мыть нашу кошку. Ну, как мыть? Гладить ее мокрой рукой. Вот это «помыться» называется. Блин, у нее шар сейчас стала приглаженная и мокрая. Фу. Ну, как фу? Не фу, но... В общем, мне больше нравятся кошки, у которых шерсть нормальная. А не такая. Но все равно. Мила мне нравится. Да блин, перестань трясти, даже не собака. Ну все, в общем, можешь потрясти. Мил. Мила решила умыться. Спустя 100 000 лет. Мила, нам дальше ролик снимать пора. Мила. Мила. Милочка. А также, если ты смотришь этот ролик на этом моменте, то не забудь свернуть ролик. Вот ты сейчас сверни ролик и найди там кнопочку подписаться внизу, чтобы я снимал такие же ролики с моей кошкой. Тем более, кошки-то, ну... Кошка у меня тут на камере выступает в роли дрессированного животного. А кошки плохо дрессируются. И в общем, для нее это стресс. И пожалуйста, подпишись и поставь лайк за 5 секунд, чтобы кошечке было при... Чтобы твоя кошечка сказала тебе спасибо. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Успел поставить лайк? Молодец. Видишь, Мила тебе говорит спасибо. А мы продолжаем.
Ну, в общем, помыл я кошечку. А что дальше, как говорится? А, мы решили на кровати попрыгать. Хорошо, скажи мне только, что дальше. Мама сказала правую. Она мне сказала почему-то левую верхнюю. Я не... Пошли, в общем, левую верхнюю. Так, это правая рука. Так, это левая. Вот та верхняя. Мне кажется, сейчас что-то будет очень... Вкусняшка! Сейчас офигеет. Ей понравится этот челлендж. Она у нас очень любит вкусняшки. Ну, видите, реально выпила вкусняшка. Давайте пошли. Мила, в общем, захотела поесть. Мила, дай мне туда. Кошка, ты не обожрешься. Ей очень нравится эта вкусняшка. Не знаю. Может, выпадет еще одна вкусняшка, но... Чего, блин? Какого черта она здесь сидит? Мы нам челлендж выполнять пора спустя миллиард лет. Мне скучно. Очень скучно. Прям вообще скучно. Ну, милочка, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, кошечка, милашенька. В общем, она не хочет отходить от этой тарелки. Ладно, вернемся, когда это идет. Да неужели, блин, Мила? Пошли выбирать следующую, наконец-то. Ну, теперь она туда пошла. Мила, зачем ты в мою комнату идешь? Ладно, пофиг. Какую бы выбрать? Мила мне подсказала, что вот эту среднюю. Играть с Милой. Что? Какого черта? Я думала, мне не выпадет, но... Ладно, блин. Ее еще разыграть надо. Да, как весело, как весело, как весело. Мила, ты что, играть не хочешь? Мила, я тебе так-то... Не спрашивать, откуда взял это. Мила. Ей пофиг, походу. Пункт проигран. К нашим этим. У нас есть возможность открыть последнюю, шестую. А, нет, это предпоследняя, шестая. И давайте урок на 3 минуты. Урок? Урок? Нет, я уже сегодня научил Эмиле, милой математике. Ладно, пошли делать урок. В общем, мы решили делать урок кошка физкультуры. Кошечка, встаньте, пожалуйста. Встала. Да я не говорил садиться. Сейчас потяните лапки. Лапки. Лапки потяните. Она не хочет. Ребят, она не хочет. Серьезно. Ладно. У тебя есть последняя возможность заработать еще одну вкусняшку. В общем, я пошел. Последняя возможность, а именно Мила выбирает. Вот это вот. Взять на руки 2 минуты! Она не любит! Ладно. Мила, извини, но после вкусняшки всегда идет наказание. Она мяучит, она не любит, я же говорил. Ладно, засекаю 2 минуты. Ладно, 2 минуты прошло. Ну, для вас это прошло 1 секунда, для меня 2 минуты, Мила. Иди. Сегодня мы с Кошандией нашей. Чё, задница к печкам повернулась? Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква! Сегодня мы с Милой. Милой. С Милой мы сегодня? Или не с Милой? Мила! Мила очень себя неприлично под печками идет. Сегодня мы с Милой. Проверили целых 7 челленджей, из которых Мила на 5 челленджей ответила правильно. Ну, то есть 5 челленджей из 7. И Мила у нас огромная молодец. Но вы проверяете свою кошечку, пишите и пишите свои отгадки, насколько она челленджей ответила и скольки. А меня зовут Миша 11 или же Fire 7.
всем покедова!